Анастасия Волочкова в беседе с журналистами привела аргумент, почему она не сбежала из России вслед за другими звездами. «Я осталась в стране как патриот совершать добро», — объяснила звезда. Волочкова считает, что за свою карьеру она совершила немало благих поступков. И несмотря на хейт в свою сторону, продолжает это делать. «Я как альтруист ищу поддержку на расходную часть. Приглашаю зрителей бесплатно, об этом не будут трезвонить на всех углах. Я объединяю детей всей России, но это же не интересно обсуждать», — высказалась Волочкова.